Тихо! Не смейся! Хватит смеяться! Тихо! Что если те женщины опять придут подглядывать к нам в комнату? Спи на кровати. दिल की धड़कन सूनी सूनी सांसें भी अधूरी आधा आधा मिले तो होवे कमियां सारी पूरी हो दिल की धड़कन सूनी सूनी सांसें भी अधूरी आधा आधा मिले तो होवे कमियां सारी पूरी रहे क्यों रूठा रूठा तू मन बस यार रंग रसिया रंग जा रे रंग रंग दे सपनों में रंग रसिया रंग जा रे रंग रंग दे सपनों में रंग रसिया रंग जा रे रंग रंग दे सपनों में रंग रसिया रंग जा Что за шум? Мышонок. Что за... Я убью его утром. Нет! Не убивайте его. Почему? Он женат? Его жена овдовеет? Тебе его жаль? Похоже, тебе нравится все то, что мне мешает. Правда? Вам обоим хорошо спалось? Я совсем не могла уснуть.
Та песня, которую Рудра пел Парвати вчера, она звучала эхом в моих ушах. Если честно, я вообще не сомкнула глаз. Боже, как это было романтично! Парвати, пойди на кухню. Пожалуйста, собери для Сунари завтрак в колледж. О, слишком остро. Дать воды? Я сам. Это не слишком? Еда чересчур острая. Он ушел из-за стола. Не думаю, что она вернется на завтрак. В чем дело? Ты готовила завтрак. Ты нарочно это сделала, чтобы позлить меня, да? Правда? Зачем мне это делать? Дядя, я вернусь после работы. Пульвари, идем. Это ты поперчила завтрак, Рудры. Так ведь? Игра еще не окончена. Она только начинается. Я добавила ложку перца Рудре в еду, пока никто не пришел. Чтобы все увидели, каков Рудра в гневе. А если бы он съел остаток карри? Он такой. Он может справиться с жаждой, но не с гневом. Просто смотри. Наслаждайся. Продолжением игры. Парвати, дочка. Парвати. Да, тетя. Мне надо приготовить чурмаладу. Я работаю с самого утра и подустала. Натрешь мне кокос? Да. Отлично.
Кто оставил здесь этот стакан молока? Завтрак уже закончен. Откуда здесь тыква? Но когда я пришла, ее не было. Нет, не было. Тетя. Тетя хочет, чтобы те женщины, чтобы они узнали, что я и Рудра не вместе. Она хочет опозорить его. Чтобы его уволили из СБГ. Нет. Я не дам тем женщинам увидеть рану. Иначе они решат, что Рудра поранил меня. Служба для майора – смысл жизни. Я не допущу такого риска. Я добьюсь восстановления его чести. Идемте, сегодня я покажу вам, как мы готовим чурмаладу. Парвати, дочка. Иду, тетя. Ладу почти готова. Ты почему переоделась? Просто так. Как я вам? Очень красивая. Не понимаю, зачем тебе переодеваться 2 раза в день. Кстати, скажи мне, когда Рудра вышел из-за стола и пошел на кухню, он, видимо, был в ярости. Еда была слишком острой. Надеюсь, он не кричал на тебя. Он не сказал об этом, тетя. Он говорил о другом. Он не жаловался на мою острую еду, но сказал, чтобы я надела чули с длинными рукавами. Он сказал, что уходит, и попросил переодеться к его приходу. Вот поэтому... А! Ваш роман восхитителен, клянусь! Что ж, мы увидели и услышали все, что хотели. Вы убедились? Мы возвращаемся домой. Хорошо. Идемте. Мы уедем сегодня вечером. Я не жалуюсь, сэр. Но они слишком долго в доме. Они увидели, что было нужно. Узнали, что хотели. Неприятно постоянно быть под присмотром, сэр. К тому же одна из них почему-то намерена доказать, что я мошенник. Так докажите, что это не так, Рудра. Сейчас проверка вашего характера ничего для меня не значит, но многое значит для СБГ и народа. Люди хотят убедиться в вашей правоте. Это зависит от доклада тех женщин. Помните, Рудра, сейчас важнее спокойствие Парвати, для вас ничего нет. Пусть они убедятся, что Парвати счастлива в браке. И никак иначе. Хорошо, сэр. Делать мне нечего, как покупать браслеты. Это уже слишком. Это очень важно. С таким трудом мне удалось поранить Парвати так, чтобы в этом обвинили Рудру. Но наша дымная принцесса начала действовать очень умно. Она скрыла раны. Посмотрим, сколько она сможет прятать их. Эти браслеты... Они раскроют всем ее секреты. Но зачем тебе все эти трудности? Просто поверни ее руку и покажи рану. Нет. Я не могу. Если я так сделаю, то порвать и узнать, что я ее поранила. Откуда мне знать, где ее раны? Это должен сделать Рудра. К тому же, лучше, если муж раскроет предательство жены. Он скоро придет. Обряд проводили в общине моей мамы. После свадьбы семья жениха дарит невесте красные стеклянные браслеты вместе с золотыми.
Знаю, тетя. Вы затеяли этот обряд, чтобы открыть мою руку, чтобы... Чтобы твою рану увидели все. И обвинили в этом Рудрум. Тогда СБГ уволит его, и он сам уйдет из моего дома. Ай, Парвати, милая, проходи. Что ж, Парвати, подними свои рукава. Нам надо начинать обряд. О, сынок Рудра! Ты как раз вовремя, скажи своей жене поднять рукава. Нам надо начинать обряд с браслетами. Ты ведь сказал ей переодеться во что-то с длинными рукавами. И она не хочет их поднимать. Но для обряда нужно открыть ей руки. Обряд? Какой обряд? Братец! Мы дарим новобрачные браслеты. Ну же, Рудра, раз ты здесь, может, ты сам наденешь ей браслеты? Пусть будет по правилам. Я не хочу этого. Почему, майор? Вам трудно надеть браслеты на руки своей жене? Не беда, госпожа, пусть так. Рудра не хочет, пусть так и будет. Я это сделаю. Нет, не беспокойся. Я просто сказал, что мы все сделаем по правилам. Я сам надену. Подними рукав. Что такое? Ты стесняешься, что муж наденет тебе браслеты? Давай. Подними рукава. Подожди, Рудра. Сними сначала этот браслет. Она не сможет. То есть, все браслеты не поместятся на запястье, так? Сниму ее. Одну минутку, улыбочку. Ах, взгляните.
постарайтесь, тетя. Я не допущу поражения Рудры.